Здравствуйте, уважаемые телезрители. 14 января стартовала заявочная кампания на приобретение путевок в загородные лагеря. По этому случаю мы сегодня пригласили к нам в студию начальника отдела по организации отдыха и оздоровления детей и работников бюджетной сферы Ирину Николаевну Ильюнову. Здравствуйте, Ирина Николаевна. Здравствуйте. Как началось у вас утро 14 января в 8:00? Наверное, как всегда, была куча родителей, которые писали номерки на руках для того, чтобы не сбиться в очереди? Или это было по-другому? Вы знаете, в этом году было совсем по-другому. Наверное, этот день, к которому мы стремились и долго шли в течение 3 лет. Вот уже 3-й год мы принимаем заявки в электронном виде. И впервые, придя сегодня на работу, мы увидели совсем небольшое количество людей, то есть порядка 10 человек, не больше. Непосредственно организаторов, студентов-волонтеров, вожатых, которые пришли, было многократно больше. Но нас это, конечно, радует, потому что у родителей есть возможности, они убедились в том, что они могут из дома сделать спокойно электронную заявку, выбрать свой загородный оздоровительный лагерь и спокойно прийти в течение 10 календарных дней в удобное для них время и представить вот этот полный пакет документов. Он тоже небольшой. Это копия паспорта родителя, копия свидетельства о рождении ребенка и справка с места учебы. А заявление оформляется непосредственно уже в нашем центре. Все-таки давайте назовем адрес этого сайта — Лето73. Да, наш портал — Лето73, раздел «Детский отдых». Там есть вся информация, но все же я спрошу, каков срок, когда он заканчивается, кампания по подаче заявок? Я хочу сказать, что наша заявочная кампания не заканчивается. Она продолжается до начала летней оздоровительной кампании. Угу. И в период летней оздоровительной кампании точно так же можно прийти к нам, можно сделать электронную заявку на те оставшиеся места, которые у нас есть в лагерях. Поэтому мы работаем. И хочу еще сказать, что вот наш центр в городе Ульяновске, который работает для родителей детей, обучающихся города Ульяновска, он работает с 8 и до 18 часов и работает без перерыва для того, чтобы родители в удобное для них время и в обеденный перерыв свой смогли прийти и вот представить вот этот вот пакет документов. Проспект Нариманова, 13. Проспект Нариманова, 13, второй этаж. Но сейчас можно выбрать нужный лагерь, а ближе к лету уже остатки, ну, да? Ну, конечно, да, потому что мы можем говорить, что за первый день буквально треть этих мест уже занята. Поэтому нужно поторопиться, не ждать 1 июня, сейчас сделать выбор, прийти к нам и забронировать вот эту путевку. Льготная категория граждан, форма подачи, и у них какие сроки? Здесь несколько другие сроки. Для детей, находящих с трудной жизненной ситуацией, для детей из многодетных семей, заявочная кампания по бесплатным путевкам начинается 1 апреля. Точно так же 8 часов в интернете можно сделать электронную заявку, но количество лагерей представленных будет несколько поменьше. И это будет известно по окончанию торгов, которые проходят обычно в январе-феврале. И родители тоже смогут сделать выбор из того, что вот предлагается. Выбор, я бы хотела сказать, тоже не маленький. Где-то 2/3 наших загородных лагерей участвуют вот в этих конкурсах и аукционах. То есть выбор есть и для детей вот по бесплатным путевкам. Загородная путевка стоит денег, само собой. Бюджет ежегодно компенсирует, и дотация с каждым годом увеличивается. Какова она в этом году и сколько придется доплатить родителям? Да, я хочу сказать, ежегодно в бюджете Ульяновской области вот сумма на организацию летней оздоровительной кампании увеличивается. В этом году она составит 400 миллионов рублей. Это больше, чем в прошлом году, еще на 40 миллионов. И, естественно, сумма возмещения тоже увеличивается. В этом году она составит 13 301 рубль. Это значит, что это значит? Это значит, что родитель будет оплачивать разницу между фактической стоимостью путевки и суммой возмещения только, во-первых. А во-вторых, эта родительская плата где-то в нашей области составит от 7 тысяч до 20 тысяч рублей.
Ну, а стоимость путевки зависит и от лагеря, от инфраструктуры, от программы, потому что профильные программы, у нас их в этом году тоже становится больше, естественно, они требуют больших затрат. И стоимость путевки в таких лагерях, на такие смены, конечно, она несколько выше. С денежными отношениями давайте закончим, а потом перейдем к профильным сменам. Итак, родитель заключает договор и платит деньги, оставшуюся сумму непосредственно в лагере. Совершенно верно. Теперь о профильных сменах. Какие они? Профильные смены, ну, сейчас, конечно, идет большая работа над разработкой вот этих программ, смен. Хочу сказать, конечно, темы заявлены, хотя они еще и дорабатываются для того, чтобы родители и дети смогли выбрать свой профиль, да, деятельности. Но в первую очередь это профильные смены различных направленностей. Все популярностью пользуются также языковые наши лагеря, и у нас все больше языковых школ, школ иностранных языка, которые предлагают вот такие смены, профильные смены для ребят. В основном это английский язык, есть и лагерь, международный лагерь SMART, есть такие профильные отряды, профильные смены на базе наших других загородных оздоровительных лагерей. Есть такие профиль научный, среди них гуманитарная направленность и техническая направленность. Вот все больше приобретает популярность среди ребят именно технической направленности, да, то есть это IT-смены, это инженерное лето, да, то есть то, что робототехники тоже очень много, то есть если это не целая смена, но есть и летний компьютерная школа, то есть вся смена, да, занимается именно этим, но есть и профильные отряды, которые занимаются, например, именно робототехникой, да, там есть условия, есть оборудование, есть ребята, которые уже этим занимаются в своих вот объединениях, в творческих объединениях, например, в городе Ульяновске, потом выезжают для дальнейшей работы уже непосредственно и отдыхают, и занимаются, и развиваются наши ребята. Это очень важно. Кроме того, очень популярны сейчас профориентационные смены, мы их называем, да, то есть это где бы ребята попробовали себя в каких-то профессиях, да, то есть это очень важно, профессиональные пробы, вот именно на себе, то есть они, значит, ну, это все происходит в форме игры, различных. Особенно вот сейчас и в этом году много будет программ обучения финансовой грамотности. Да, то есть ребята играют, но если у него получается, да, зарабатывать и делать деньги, почему бы ему этим и в дальнейшем не заняться? Делаю вывод, что с помощью лагеря можно понять, в какой университет ты в будущем будешь поступать, да, и какие ЕГЭ сдавать. Ну, и да, это все можно определить этим летом. Сколько лагерей откроют свои двери в этом году и сколько детей в них отдохнут? Ну, на сегодняшний день, а вы знаете, что у нас есть реестр, я хочу обратиться к родителям и хочу сказать, что этот реестр будет сформирован окончательно до 1 мая 2020 года. Вы сможете увидеть свой лагерь, который вы выбрали, да, и проверить, все ли, да, там все соответствует всем требованиям. Но в настоящее время таких 30 загородных оздоровительных лагерей, в том числе те учреждения, которые оказывают вот услугу по отдыху и оздоровлению детей. Я говорю об учреждениях социального, например, обслуживания, да, реабилитационные центры, центры медико-социальной и педагогической помощи, в которых в период летней оздоровительной кампании, в период летних каникул проводятся специализированные смены для наших детей. Ну, говоря, вот если уже про эти учреждения, хочу сказать, что есть у нас прекрасный опыт вовлечения вот в нашу сферу таких учреждений. И в прошлом году это был Вишкаимский реабилитационный центр для молодых инвалидов «Сосновый бор», в котором были проведены, в общем-то, две смены для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. И, в общем, очень много было хороших и добрых, теплых слов и откликов со стороны родителей детей. Для нас это очень было важно. И поэтому мы и впредь будем продолжать вот эту практику
организовывать и проводить вот такие смены, для специализированные смены для таких детей. До вот текущего, до прошлого, вернее, года таких смен у нас вот специализированных смен просто не было. Угу. То есть сейчас мы будем это, конечно, теперь будут, расширить. И в этом году тоже. Да, и в этом году тоже планируется. А какое количество детей примерно отдохнет в этом году? Ну, если в прошлом году отдохнуло в наших лагерях 19 230 детей, но мы готовы еще принять и побольше, потому что все-таки лагеря были загружены где-то на 100%, а где-то на 90 и 85%, то есть резерв у нас еще какой-то есть. Но если вдруг даже не хватит места в наших лагерях, то мы готовы вот эту вот сумму возмещения возместить за стоимость путевки в лагерь и за пределами региона. И сейчас уже мы предлагаем, значит, 5 загородных оздоровительных лагерей в Краснодарском крае и в Крыму, с которыми мы вот уже... Черноморское побережье. Да, на Черноморском побережье, с которыми мы уже в течение нескольких лет работаем уже с такими партнерами постоянными. И уже вот по итогам 14 января там вот туда уже тоже есть заявки. То есть в любом случае все... кто захочет отдохнуть вот именно в природной сфере, именно в загородном лагере, каждый ребенок у нас имеет такое право и имеет такую возможность. Для родителей очень важно, чтобы эти дни, проведенные в лагере, ребенок не только чем-то развлекался или был занят, но и чтобы они знали, что он находится в безопасности и его хорошо кормят. Совершенно верно. Проблема безопасности, в том числе и в питании, да, она первоочередная. Мы говорим сегодня о развитии ребенка, об образовательном отдыхе, да, но вот эта вот проблема безопасности, она никак не уходит даже на второй план. Поэтому сейчас все делается для того, чтобы подготовить лагерь и базу для того, чтобы он был принят. То есть прежде чем будет открыт лагерь, он будет принят комиссионно. Но прежде лагерь нужно будет получить санитарно-эпидемиологическое заключение, да, что немаловажно, что здесь есть очень много достаточно жестких требований, которые должен выполнить лагерь. И кроме того, и всеми другими надзорными органами, в том числе и по обеспечению требований пожарной безопасности, да, то есть вот уже сейчас над этим работает, где-то, значит, делают новый вход, выход, там расширяют какие-то лестницы, да, то есть, ну, делают все, чтобы это было в соответствии с нормами, чтобы не допустить никаких вот таких вот чрезвычайных ситуаций. И поэтому тогда, когда вот реестр уже будет сформирован на 1 мая, здесь в реестре будут указаны как раз исполнение всех требований, которые на сегодняшний день существуют к лагерю. Я скажу, их немало, и каждый год принимаются и ужесточаются требования к организации вообще отдыха, оздоровления и вот именно к развитию и к состоянию материально-технической базы лагерей. Поэтому здесь к этому относятся очень серьезно. Спасибо, Ирина Николаевна, вам за беседу, которая у нас состоялась сегодня. Спасибо. И сегодня мы говорили у нас в студии о старте заявочной кампании в загородные оздоровительные лагеря.